Значит, меня зовут Георгий Курячий, я здесь выступаю как сотрудник факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. Я читаю много разных спецкурсов. Вот, вот это рассказ про то, как я реанимировал свой спецкурс 2014 года про питон. Там был про второй питон, это про третий. А точнее, не про то, как я его реанимировал, а про, что, про то, что вышло из попытки проверить домашние задания. Вот. Вообще, я немножко смущаюсь. У Саши Соколова в повести «Школа для дураков» есть такой персонаж, выживающий уже из ума профессор, который изобрел совершенно шикарное и хочет запатентовать шикарное изобретение для сборки мусора. Такой, значит, заостренный с одного конца металлический прут, на который он накалывал бумажки и демонстрировал радостно, значит, главному герою какое-то удобное и, значит, прекрасное изобретение. Так вот, я себя чувствую таким человеком, потому что я сейчас буду демонстрировать удобное и прекрасное изобретение, которое, даже демонстрировать не буду, которое, по сути, является такой палкой, но возможно, дело даже не в самом изобретении, а в тех вопросах, которые из этого последуют. Значит, сначала предыстория. Это спецкурс по питону, который я второй раз считаю на факультете, и между первым и вторым разом я еще немножко потренировался на людях, прочел базовый курс для севастопольского филиала дважды, на основе тоже питон, там отдельная совершенно тема. Вот. Поскольку это спецкурс, туда приходят все, кто хочет. Я боялся, что он будет слишком простой, люди жалуются, что он слишком сложный. Тем не менее, на него записались довольно много людей. Лекции выкладывались в интернете, поэтому ходить было совершенно не обязательно. Главное было делать в обязательном порядке домашние задания вовремя. Там, значит, было 2 недели, 3 домашних задания на лекцию. Значит, через 2 недели, если ты не сдал вовремя домашнее задание, тебе уже ставят за него не 4 балла, а 2, а через 3 недели ставят 1 балл. Ну, вот, типа, кто не успел, тот опоздал. Вот. Для проверки домашних заданий использовалась система E-Judge. Вот. Вообще-то это система для проведения олимпиад. По этой причине ее используют для проверки домашних заданий немножко так, это такая немножко оверкил, но тем не менее она очень хорошо под это подходит, если написать соответствующие тесты, она там много чего умеет. Вот. Я использовал только один вид тестов, а именно входные данные, обработанные программой выходные данные и сравнение выходных данных. Там можно было, в принципе, синтаксически, красивость оформления проверять, еще что-то, но я этого не делал. Вот. В результате мне на этот спецкурс записалось 131 человек. Вот. То есть это 131 человек, которые зарегистрировались в E-Judge, там было открытое соревнование, открытая специальная олимпиада. Вот. 131 человек зарегистрировались, из них половина сделали 2/3 домашних заданий, то есть дошли до финиша, дошли до такой стадии, что им можно поставить какую-то оценку. Если человек сделал меньше 2/3 домашних заданий, он просто, его домашнее задание можно как-то оценить. Если он сделал меньше 2/3 домашних заданий, результаты не оценивались. Вот. Теперь, внимание, вопрос. Значит, вот у меня есть, там, условно говоря, 60 с гаком людей, которые решили, условно говоря, там 36 задач каждый, на самом деле меньше, там люди не доделывали. Вот. Сдали вот это вот там, тут есть цифры какие-то, несколько тысяч домашних заданий, 6 тысяч попыток, из них примерно 3 тысячи успешных попыток домашних заданий. И мне нужно внезапно, значит, они все правильные, с точки зрения E-Judge, все вот эти 3 тысячи программ на данном входе дают данный выход, там набор тестов. Вот. И мне нужно проверить вообще, какую оценку человеку выставить, если он все эти задания домашние сдал. Вот. В условиях того, что, в общем, это такой вполне инициативный проект, я не знаю, мне кажется, даже не платят за этот спецкурс. Вот. Просто мне интересно. Что делать? Для начала я одним глазом туда заглянул и понял, что, несмотря на то, что, в общем, спецкурс для мотивированных, и слава богу, да, то есть вот эти 130 там человек, и, вернее, скажем так, 60 выживших, и это не там какой-то поток, не какой-то курс, не какая-то лаборатория, это люди, которым действительно интересно с питоном разбираться. Ну, как мне казалось поначалу. Но потом выяснилось, что нет, что вот такая извечная привычка к копипасте приводит к тому, что люди в последний момент спохватываются, начинают сдавать уже не вовремя, но явно, так сказать, чужие задания или чужие немножко как бы модифицированные с переименованием переменных. В общем, надо какой-то порядок в этом навести. Вот. Ну, почему я... Теперь про сам инструмент, да, такая проверялка копипасты. Почему я чувствую себя вот этим человеком с заостренной палкой? Потому что когда я изложил вот эту общую канву, вот у меня есть, значит, правильные домашние задания, то есть программы, которые на тестовых входных данных выдают адекватные выходные данные. И мне нужно проверить их на копипасту, они уже написаны на питоне, эти все программы, они правильные.
то своему коллеге, который закончил тоже ВМК, он немедленно выдал мне вот все то, что я, всю эту заостренную палку мне выдал немедленно. А именно, он говорит, ну что, давай мы, значит, для начала их отформатируем, чтобы они все были правильные, потому что главный принцип, когда копипастится задачка, мы там пробелы поменяем, еще чего-нибудь. Вот. И будем сравнивать отформатированные варианты. Значит, для этого в Питоне есть замечательный инструмент применения требований к виду, к рекомендаций к виду, к исходному виду программы PEP8. Вот. Там совершенно отдельная тема про то, как Гвидо всем порекомендовал, а оголтелые фанаты, значит, изготовили проверялку, которая говорит, ваша программа негодная, она не соответствует. Вы назвали переменную буквой О. Вот. А Гвидо говорит, не надо называть букву О, потому что она ноль похожа. Ну вот, короче говоря, теперь есть и инструмент, который форматирует исходный код, приводит его к варианту PEP8. Да? И вот давайте мы их пипифицируем все, и потом уже будем сравнивать. Надо сказать, очень пафосно выглядит программа, в которой сделано переименование переменных, и реформатирование, еще чего-нибудь после пипификации. Вы прям сравниваете, там вот все одинаково, 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 и только переменные называются по-разному. Вот. Но это, конечно, мало для того, чтобы заставить робота. Это мне хорошо видно, что я вижу два листинга, и там, значит, красненькими отмечены разные имена, а все остальное одинаковое. Вот. Надо было бы, для того, чтобы научить робота сравнивать два текста на предмет их идентичности, нужно, конечно, нечто большее. Вот. И следующая мысль, которая мне пришла в голову, это делать editorial distance или расстояние Левенштейна вычислять между двумя этими текстами. Вот. Ну, что такое editorial distance? Это количество редакторских операций в виде вставка, удаления, замена, которое надо, минимальное количество, которое надо произвести над одним текстом, чтобы получить другой. Да? Предполагается, что если за копипастой последовал какой-то рерайтинг, то этот рерайтинг не может быть вечным. Вот. Люди там заменили что-то одно, заменили что-то другое и получили выходной текст. Вот. Как нетрудно догадаться тем, кто не знаком с темой, и как знает тот, кто знаком с темой, измерение расстояния Левенштейна, вообще говоря, задача очень логарифмически тяжелая. Вот. Ну, понятно, да, там полный перебор, МП-полнота, вот это все. Поэтому хотел, когда я просто так вручную начал сравнивать две программы на Питоне, я получил, в общем, странные результаты, но даже они иногда приводили к желаемому, ну, давали желаемый эффект. Я вот мне сравнивал, как говорит, эта программа похожа, я смотрю, они с виду не похожи, но если их отформатировать, вглядеться, то получается, что вообще одно и то же. Вот. И тут мне пришло в голову, спасибо Алексею Николаевичу Пустыгину, который регулярно нас тут просвещает на тему добычи знаний из исходного кода, мне пришло в голову, что знание знаниями, а вот идея сделать препарат свободный от контекстных синтаксически значимых, но семантически незначимых различий, например, от имен переменных, вообще от имен, вот. Ну, естественно, свободных от комментариев, от правил, от всего остального. Сделать препараты из исходного кода и сравнивать эти препараты гораздо более интересная идея, чем сравнивать исходный код, в котором еще всякие комментарии могут возникнуть, да, вот, не знаю, все такое. То есть я поначалу чуть было не бросился писать сам такой преобразователь, но потом до меня дошло, что так делать не надо, что можно взять просто внимание. Тут нам помогает тот факт, что это работающие программы на Питоне, они не только синтаксически верные, они даже на заданных тестах выдают заданные результаты. Поэтому берем просто модуль, который занимается синтаксическим разбором программы на Питоне при синтаксическом разборе программы на Питоне, когда он ее выполняет. Да? Он там внутри себя делает промежуточное представление в виде абстрактного синтаксического дерева. Вот это синтаксическое дерево мы сдампим в строчку, и эти строчки будем сравнивать. Причем не просто сравнивать, а произведем над ними необратимые косметические изменения, а именно удалим оттуда все идентификаторы, заменим на слово идентификатор. Естественно, при этом мы потеряем уже, вот это необратимое изменение, уже мы потеряем, собственно, суть алгоритма. Вот. Заменим там все внутренние идентификаторы синтаксического дерева на более короткие, просто ради экономии времени, экономии пространства. Вот. И получим такой слепок, который представляет собой скорее топологию алгоритмы, чем сам алгоритм. И вот эти-то слепки будем сравнивать уже с помощью, вычислять между ними расстояние Левенштейна. Вот. Наконец, я про это уже сказал, да, вот в этом слепке еще, чтобы он был как можно меньше, там повторяющиеся внутренние идентификаторы тоже заменены на односимвольные какую-нибудь чего-нибудь, просто для того, чтобы получившаяся строка стала меньше. Вот. Вот это уже работает с довольно приличной скоростью. И когда ему скармливаешь все решения одной и той же задачи, внезапно выясняется, что некоторые решения совпадают на 100%, некоторые там на 99%, вот такое. Дальше уже идея простая — составить из таких решений, которые друг друга дублируют, кластеры.
Вот, чтобы посмотреть, кто в этом кластере лидер, кто написал первую такую программу. Вот, и как бы ему гарантируется нужная оценка, а всем остальным как бы оценка понижается до единицы, не ставится ноль на всякий случай, потому что мало ли false positive, вот это все. Вот. Ну а дальше я уже сказал, значит, 4 балла вовремя сданная задача, практически все лидеры, нет, абсолютно все лидеры кластеров сдавали задачу вовремя, потому что у нас были все люди, которые прямо вот решали, прям тютик в тютик. Вот. Значит, все члены кластера получали 1 балл. Вот тут есть программка, я думал сначала ее запустить, показать, как она работает, но продолжу традицию, я всегда сделаю здесь доклады про программы на питоне, не показываю ни одного слова на питоне, я продолжу это делать и сейчас, не покажу ничего на питоне. Вот. Кому надо, мы посмотрим потом в кулуарах, я покажу. Вот. Значит, ну вот тут по ссылке можно эту программку скачать, она небольшая, я вообще не считаю ее там полноценным программным продуктом, потому что это, ну я за неделю это написал, причем за 4 дня написал первую версию, нулевую версию, а потом еще за 2 первую. Вот. Ну и там, в общем, какой-то инструментарий есть, там их можно сравнивать и показывать различия пипифицированных версий, чтобы хорошо это пафосно выглядело, унижать студента, который содрал другого студента. Вот это все. Вот. Даже командную строку там приделал, благо на питоне приделать командную строку, это вообще ничего не стоит совсем. Говорите, import readline, и все, у вас командная строка работающая. Даже там у меня этот самый completion даже работает. Вот. Но это было уже так, развлечение. А выводы. И вот с выводами получилось довольно странно. Во-первых, у меня оказалось очень много отличников, то есть людей, которые сдали просто все задания вовремя. Ну или почти все почти вовремя. То есть, ну вот там, 1, 2, 3 балла минус. Вот. Я даже подумал, не снизить ли, не завысить ли порог, но потом решил, что ну, если человек решил все задачи вовремя и там одну немножко профилонил или что-нибудь в этом духе, ну, наверное, нельзя его не считать отличником. Вот. Ну, а, конечно же, как следовало ожидать, при таком подходе очень много было ложных срабатываний и выявления копипасты там, где ее нет. Вот. Фактически, из 4 таких главных причин срабатываний вот этого инструмента, 3 были ложными. Значит, ну, первое, разумеется, если это было какое-то короткое упражнение, бессмысленно было его подвергать анализу на копипасты, потому что там, ну, допустим, преобразование строки волшебным образом, там, что у меня там было, взять все четные элементы списка, а потом прибавить после них все четные элементы списка, все нечетные элементы списка в обратном порядке, вернее, стоящие на нечетных позициях. Ну, понятно, что это можно решить там 2-3 различными способами на питоне. Вот. Из 60 человек, ну, наверняка многие решили одинаково. Так оно и оказалось. Вот. Или, что более важно, задача была сформулирована настолько конкретно, или, например, пояснениями к решению задачи был изложен конкретный алгоритм, что многие люди просто реализовали именно этот алгоритм, и в результате решения получились очень похожие. Для этого, естественно, должно быть решение не очень большое, но это все-таки домашние задания, они не могут быть очень большие, это не семестровый проект. Вот. Третья причина состоит в том, что на самом деле кое-какая копипаста была разрешена. Я делал через 2 недели разбор домашнего задания, которое меня просили. Вот. А поскольку это снималось на видео, то весь разбор домашних заданий тоже снимался на видео, и люди оттуда могли спокойно это все переписать, и я этому запретить уже не могу, потому что я это до этого разрешил. Вот. Ну и, наконец, действительно были совместные там, плоды совместного творчества, которые следовало как-то разобраться. Вот. Что я сделал? Я сделал такую вещь, что если обнаруживается слишком большой кластер, ну, скажем, больше 5 человек, то со всей очевидностью это какой-то из первых трех, причин. Именно потому, что у меня была очень специфическая группа людей, вообще говоря, там 5 человек из одной группы просто не приходило никогда. Вот. То есть это все люди из разных групп, с разных потоков, некоторые вообще не из университета. Вот. То есть, ну, они вряд ли были там более чем 5 друг с другом знакомы. Да, я понимаю, что существуют любые такие свойства, способы передачи информации через специальную группу ВКонтакте и все остальное, но вот этого там не было, ну, по агентурным данным совсем никак. Вот. По агентурным данным, да, это не просто так. Да? Вот. Я справлялся, ну, в общем, не было. Вот. Ну и потом, в общем, понятно, да, спецкурс — это не то место, где люди будут так париться, вот ради чего. Вот. Между прочим, к этому моменту они еще не знали, что у меня не будет экзамена. У них еще должна была быть защита этих домашних заданий. Вот. Значит, в чем идея? Идея состоит в том, что при данных условиях мы получили практически идеальный тестовый случай, когда антиплагиат хоть как-то работает. Потому что, а, у нас нет возможности сговора всех, б, у нас достаточно сложные задания, ну, кроме тех, которые я выбросил, которые можно решить различными способами, и поэтому одинаковые решения явно намекают на плагиат, в, у нас не так много заданий, их всегда можно сравнить глазами, то есть это полуавтоматический режим возможен, да, и что еще? Ну, нет, из позитивных выводов все.
Значит, негативные выводы. На самом деле ничего хорошего из этого не вышло. Ну, то есть даже не так. Вот мне пишет девушка: вы знаете, вот у меня тут две задачи помечены как плагиат, меня это очень расстраивает. Как вы могли подумать, что я у кого-то списал? Я, честное слово, ни у кого не списывала. Вот. Я все равно получу там пятерку, я не помню, пятерку, кажется, я все равно получу. Ну как же, целых две задачи. Вот. Следующее письмо. Ой, я прочитала на сайте, что там написано, что задание проверял робот. Как я счастлива, что меня не подозревают в нечестном поведении. Мне кажется, это комплимент в мою сторону. То есть людям важно, как я к этому отношусь, даже а не то, вот насколько они все успели. Вот, это очень круто. Но тем не менее, неэффективность налицо. Вот. Неэффективность номер один, с этим надо бороться исключительно вручную, с false positives. Да? Неэффективность номер два, все равно остаются вот такие побочные эффекты, когда там случайное совпадение, еще что-то. Что еще хуже, получившийся инструмент настолько хорош, что он выявляет скорее даже не факты переписывания друг у друга, а факты реализации одного и того же алгоритма. Вот. Понятное дело, что при таких условиях мы даже непонятно, считать это плагиатом или нет. Вот. Ну и последнее, чтобы закончить вот эту тему с инструментом, значит, как бы это правильно сказать, на самом деле те, кто занимался вручную глазками проверкой антиплагиата, знают, что главная фишка, вот, когда можно действительно поймать совместное творчество, это когда люди делают одновременно неправильно. То есть какие-то лишние инициализации переменных, которые потом опять будут перегружены, да? Какие-то циклы по тем местам в области данных, по которым эти циклы делать не нужны, какие-то волшебные странные попытки разметить что-то пробелами там, где это делать не надо. Короче говоря, индивидуальные особенности стиля, которые скорее не о правильном программировании говорят, а о неправильном. Вот. Всего вот этого мы вот в этой проверялке были лишены, вот, по понятным причинам. Оно все уехало в момент изготовления экстракта. Вот. И дальше все равно приходилось сравнивать глазками и смотреть. Поэтому при том, что там очень хорошо были видны на самом деле люди, которые занимались совместным творчеством, они потом честно признавались, а мы не знали, ну как, они честно признавались, что они не знали, что так нельзя. Вот. Я у них честно спрашивал, кому, собственно, ставить оценку в результате вот из двоих. Они так потупившись говорили, что мы хотели бы, чтобы обоим. Ну, в общем, вот. Нет, не делил. Я проявил снисходительность, потому что мне как бы самому стало интересно. Вот. Короче говоря, такой взлет и падение. С одной стороны, инструмент достаточно эффективный, с другой стороны, мы понимаем его границы, и эти границы лежат далеко внутри пределов того, что мы хотели получить. Вот. И вот тут, собственно, мы переходим к главной мысли, которую я хотел бы обсудить даже не здесь, а где-нибудь вот... Ну, на какой-нибудь кричалке. А что вообще делать с этой копипастой? Смотрите, мы сейчас живем в таких условиях информационной связности, что все эти наши ведущие свое происхождение от средневековых университетов замашки, аудитория, голосовое изложение, что-то нам мелом на доске пишем, значит, студиозус там записывают, скрипя перьями, это все в тетрадке себе, потому что книга одна, она стоит бешеных денег, они ее там видят раз в год, эту книгу, содержащую точно так же записанную дурным языком, переписчиком какие-то странные знания. Да? Вот всю эту парадигму мы пытаемся перенести на сейчас, а сейчас, елки-палки, сейчас у нас вот в кармане телефон, в ухе наушник, как бы это все не работает. И мы пытаемся бороться с передачей информации. Вот когда мы боремся с копипастой, мы пытаемся бороться с информационной связностью. Вот мы правда хотим это делать и дальше? Мне кажется, что нет. Но если мы не хотим делать это дальше, то возникает, собственно, два вопроса. Что с этим делать? По-моему, у меня тут есть, да. И почему так происходит? Вот я думаю, что большинство из преподавателей здесь видят это явление среди учащихся, среди студентов, там, школьников, что приходит очень большой вот, процент людей, немотивированных по знаниям, которые приходят к нам и успешно учатся. С каждым днем повышается. Очень много людей воспринимают вот эти домашние задания и успешную сдачу домашних заданий как такой успех, совершенно никак не связанный с тем, кто это дело сделал, насколько твой личный вклад в это дело велик и насколько вообще тебе удалось или не удалось решить задачу. Главное, удалось или не удалось ее сдать. Вот. Принято говорить, что они все глупые, что они все тупые или что-нибудь в этом духе, жалуются друг другу на педсоветах об этом, но мне пришло в голову другое. Мне пришло в голову, что в условиях информационной связности
возникла огромная отрасль, скажем так, технологий, которая у нас уничижительно называется программирование копипастой, да, там это самое, Stack Overflow программинг, которая подтвердила свою эффективность для решения большинства задач. Человек, который скопипастил код из Stack Overflow, во-первых, он взял самый лучший код из тех, которые там были, и во-вторых, он решил типовой, он, скажем так, нашел решение типовой задачи, не прилагая к этому усилий. И это, видимо, какая-то другая способность, не совсем равная способности самому создать алгоритм, или совсем не равная, которая нашла очень эффективное применение именно в условиях комбинационной связанности. В том числе в тех профессиях, где раньше это ну, было плохо возможно. В инженерных и там, программистских в первую очередь. Внимание, вопрос. Вот этих людей, которые умеют эффективно решать те задачи, которые перед ними ставят современное общество, где на таких учат? Где те ПТО, где учат людей, которые информационные задачи решают путем гугления и копипаста? Нигде, тогда таким ПТО будет являться Московский государственный университет. Они все приходят к нам, потому что им идти больше некуда. Вот. И это первый тезис, который я бы хотел, значит, вбросить. Второй и последний тезис от меня — это какие есть пути все-таки борьбы с копипастой. Самый главный способ, который я хочу как-то протащить, ее надо узаконить. Надо ввести прямо такой замер, прямо такой контест, соревнование такое, где бы успешность решения задачи зависела не от твоего умственного напряжения, а от успешности гугления и успешности адаптации того, что ты нагуглил, к той задаче, которую тебе дали. Понятно, что это не может относиться ко всему, совсем не может. Но какой-то канал надо сделать для этого. Вот. Не знаю. Значит, пункт номер два. Как с этим бороться, вот в смысле бороться, там, расстреливать копипастеров, вот это все. Я не то чтобы категорически против. Я не вижу, я вижу, что в этой борьбе мы точно проиграем. Если просто это все запрещать. Вот дайте запретить. Запретить друг у друга переписывать. Но когда они писали на бумажке в аудиториях, тогда да, можно запретить. А теперь-то как? Вот. Ну, не знаю, ну ладно, не буду, я, кажется, выжираю лимиты, поэтому не буду приводить примеры, просто вот как устроено мышление у людей, которые это делают. Вот. Еще один пример. Я помню, Стас делал на одной из наших конференций как раз доклад на тему параметрических заданий. Мне лично очень не хватает времени и ресурсов. То есть если бы, понятно, да, что такое параметрические задания? Это когда задание дается так, что каждый из учеников запускает специальный генератор, ему генерируется его особое личное задание. Вот. У меня так были устроены контрольные по моим курсам по питону и ассемблеру в филиале. Да? Но контрольных — это 6 задач. 6, а не 36. И я довольно долго парился, чтобы эти 6 задач сделать. Не 6, 9, извините. Ну, не важно. Да? Вот если бы был какой-то фреймворк, позволяющий сформулировать в общих терминах задание, нажать педаль и получить конструктор таких заданий параметрический, да я был бы очень рад, но это какая-то довольно наукоемкая задача, не очень понимаю, как, с какой боку с ней подходить. Вот. Ну и, естественно, нельзя обойтись без голубой мечты любого преподавателя, вернуть познавательную мотивацию в область первых интересов. Да? Как это сделать, совершенно неочевидно тоже. Вот. Потому что, повторяю, эффективные люди просачиваются сюда гораздо лучше, чем люди, которые будут долго думать, но решат сами. Это, кстати, главная претензия к Еджажу. Вот эта вот система проведения олимпиад, главная претензия к ее использованию для решения домашних заданий, что в Еджаже проще сделать рерайт такой, чтобы прошел проверку на копипасту. Чем решать самому? Потому что когда ты решаешь самому, сам, ты почти наверняка где-нибудь облажаешься, какой-нибудь тест у тебя пройдет не очень хорошо. А если ты берешь 100% решенное задание и хорошо и долго, и нудно его рерайтишь, тебе гарантировано 100% решенное домашнее задание. Вот. Значит, так вот, как бы нам сменить мотивацию обратно на познавательную? Тут есть очень много подходов. Каждый из них в отдельности свою неэффективность, можно сказать, доказал. Да? Есть такая отдельная тема геймификация, когда мы устраиваем внутреннюю соревновательность, и люди начинают как-то сами себя подзадоривать. Тут есть кросс-ревью, когда люди сами друг друга оценивают, и поэтому у них нет возможности так просто обмениваться решениями. Да? Тут есть еще что-то, но это все требует какой-то более глобального изменения той образовательной обстановки, которая есть сейчас. Вот. И более индивидуальной, наверное, не знаю. В общем, я правда не знаю, что сделать с копипастой, кроме одного. С ней нельзя бороться, потому что если с ней бороться, то она нас победит. Все, спасибо.
Наверное, будет много комментариев сейчас, да? Я предпочел бы вопрос. Такая немножко грустная история, когда преподаватель вместо того, чтобы учить студентов, сражался со своим собственным инструментом и в конце концов проиграл. Ни в коем случае. Пара замечаний. На всякий случай, если в голову упало, что расстояние Левенштейна — это НП полная задача, это чушь собачья, там это самый тупой алгоритм, даже квадратичный. В общем-то, это очень-очень простая задача, куча алгоритмов решается эффективно. Второй момент. Очень интересный. Обрати внимание, ты учишь правильно программировать красиво на питоне, нет, да? Нет, я забыл это сказать, нет. Нет. Если бы я учил, значит так, если бы у меня была практика, да, если были бы не только лекции, было бы еще практика, то учить программировать красиво я бы, наверное, стал. И тогда бы там была отдельная тема на этот счет. Правда, она очень быстро решается пипификацией предварительной. Хорошо, я тогда по-другому скажу. Значит, у меня есть интересный пример. Значит, есть такой сайт Python Tutor, значит, там есть задачки, и значит, код на питоне проверяется не Джаджем, а какой-то системой. У меня есть сын, значит, я его туда запустил учиться. Что я наблюдаю? Вот программы сына точно бы прошли как неисписуемые. Я потом смотрю, там, как остальные решали. Они абсолютно не похожи на все нормальные программы. У меня кровь из глаз вытекает, когда я это вижу. Да, это совершенно пройдет автоматически и показывает, что это никто это списать, это невозможно. Это там безумие, ужас. А что там не так с алгоритмом, прошу прощения? Ну, они там какие-то, там вместо там каких-то циклов, какие-то там заходы, что-то там еще. То есть это говорю, это там вопрос Я к тому, что если те, кто чуваки списывают, но они хотя бы понимают, как это работает, они, может быть, научились более правильно программировать, как и те, которые там Stack Overflow скопировали, но поняли, чем тот, который там вот грязно, там с казармой, там градит какие-то там совершенно жуткие конструкции, там без циклов, без ужаса, какую-то жуть. То есть ты как раз людей подталкиваешь в неправильную сторону этой штуки. Нет, я потом этот код весь смотрел. А потом все-таки смотрел, потому что ты не говорил. Просто у меня, скажем так, поскольку не было практики, не было возможности предъявлять такие серьезные претензии к стилю программирования. Лучше всего, конечно же, иметь просто огромный пул задач. Это примитивизованные, они получили непримитивизованные. Ну, и простой, честный принцип. Кто первый съел задачу, того и тапки. Все, она выходит из этого пула. Значит, лучше иметь огромный, неограниченный ресурс по их изготовлению. Лучше. Да, лучше. Да. Быть здоровым и что-то там богатым. Да. Лучше. Давайте. Что нам сегодня рассказывал Абрамов? Он рассказывал, что госорганы вместо того, чтобы контролировать результат, начинают контролировать процесс. Вот сейчас мы видели доклад про контролирование процесса. Почему надо бороться с копипастом? Не надо. Бороться с ситуацией, которую вы изложили, на мой взгляд, недопустимой, когда вы предлагаете двум студентам сказать, кто из них у кого списал. Во втором классе мои родители принесли секретную книжку домой со штампом там «Конфиденциальность», «Секретная» и так далее. Рапопорта, «Психология поведения». Я прочел тогда и запомнил. Во Франции была мать, у него были близнецы. Один был в партизанах, а другой – обыкновенный обыватель. Потом одного арестовали, и ее позвали, чтобы сказать, это партизан или нет. Она сказала, расстреляйте их обоих и меня вместе с ними. Что немцы и сделали? Вот это вот мне напомнила ваша история. Опа, выбор Софи тут, да, какой-то? Да. Значит, теперь по части мой американский опыт. В Америке там порядок. В среду второй недели семестра всем детям раздают утверждение об академической честности. Там написано явно, что не надо списывать, т-т-т-т-т-т. Мне с моим курсом приходилось раздавать дополнение к этому утверждению, где говорилось, что хотя за домашние задания дается 50% баллов суммарных, тем не менее совместная работа и даже прямое списывание домашних заданий не запрещается, поощряется, считается правильным методом работы и так далее. Во время проверочных работ списывание запрещено. Это одно из этих самых. И последнее техническое замечание. Уж если вы проверяете процесс написания студентам программы, так проверяйте его процесс, а не результат. Возьмите стенограмму нажатия на клавиши, временную диаграмму, и по нее вы гораздо больше информации выясните о плагиате. Я абсолютно согласен. Неограниченные ресурсы — это очень здорово. Спасибо. Я хотел бы взглянуть на эту проблему с точки зрения свободного программного обеспечения. Вот я забыл сказать, спасибо, да. Основная идея СПО в чем? Пишешь код и делишься им с другими. Нет ничего плохого, если один студент напишет решение, выложит его под GPL, и его кто-то другой будет использовать, может улучшать или еще как-то. Самое главное, чтобы человек разобрался, как это решение работает. И вот мое маленькое предложение, как это можно проверить. Берется случайным образом, вносятся ошибки в программу, для каждого человека свои, и вы просите студента исправить его программу, которая внезапно с вашей помощью сломалась. Если он в коде разобрался, он исправит. Вот и все. Спасибо большое, но замечание ровно такое же. Их 60 студентов. Но автоматизировать можно. Ошибки на уровне ST вносить. А объяснение тоже автоматизировать? Объяснение чего? Ну, или исправление, или чего. Ну, если заработала снова программа, значит, исправлена. Ну да. Еще раз.
Мне кажется, что наши попытки бороться с информационной связанностью обречены на провал. Да, я согласен. Да? Более того, мы боремся фактически сами с собой. Вот это вот спасибо, что вы заметили, да? Что вот у нас в open source вообще так принято. Мы учим студентов, не программируй, не как там у нас было в докладе вот про это самое, не делай заканчиваться вручную. За тебя уже все сделано. Найди нужные инструменты и примени их. Но это другой уровень. Увы, ах, да. В свое время, когда я постигал основу математического анализа, наш семинарист очень любил говорить так. Вот сейчас мы решаем задачки, вы можете пользоваться чем угодно, кроме антидемидовича. У вас есть 45 минут. Как правило, с первого захода все получали двойки. По-моему, существует только такой способ и более никаких. В данном случае меня интересует, вот, как бы это правильно сказать, Наверное, я еще немножко выпал из контекста, потому что, в принципе, у нас практикуется на факультете проверка домашних заданий с помощью EJudge, и там, в общем, есть уже клик таких антикопипастеров, которые развивают средства войны с этим делом. Да? Их, наверное, либо тяжело, либо невозможно убедить в том, что это не стоит делать совсем. Вот. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы как-то подвинуть вот эту вот общую идею, что все у всех списывают, хотелось бы придумать такой способ существования, такой способ организации учебного процесса, чтобы это было неважно. Вот. И мне он не виден пока совсем. За исключением ситуации, которая требует много ресурсов. Да? Неограниченные ресурсы — это прекрасно, и если они есть, то любую задачу можно решить. Или даже, скажем так, ограниченные, но десятикратно превосходящие ресурсы — это прекрасно. Я бы очень хотел, чтобы так было. Да. Так, я могу просто сказать следующее. Первое, о своем опыте, но он на меньших группах, конечно, был. Давать задачи, у которых есть принципиально разные решения, и ни в коем случае не проверять задачи до того, как сдадут все. После чего оказывается часто, что списывали неправильные решения у тех, кто увереннее всего, а они обычно тупее всего. И после чего получается, что людей можно обругать за то, что вы даже списывать не умеете. Вы знаете, Николай Николаевич, практика вот как раз прошлых двух лет, когда задания были настолько простые, что и джаджем они не проверялись, подтверждает ваши слова. Да. То есть довольно часто ошибочные задания, ошибочные решения списывают друг у друга. Да-да-да, вот так вот. Это первое. И второе. А второе – стратегическая вещь, очень важная. Для некоторых специальностей важнее неправильный ответ, а умные ошибки. Как я говорил для студентов своим, пока вы говорите правильно, не разберетесь, умный вы или дурак. А вот на ошибке сразу видно. Да, но это не роботу, к сожалению, не подходит. А так, конечно. Да, роботу не подходит. Вот. Ну ладно, это потом. Это не относится к теме доклада, поэтому я это замечание могу на клад отнести свое. Да. Спасибо за доклад. У меня, вы сказали, что вы не видите никаких средств, ну, достаточно дешевых, чтобы проверить работу, что человек научился писать на питоне, да, там писать алгоритмы. Нет, я так не говорю, но вы продолжайте. Ну, вот это. То есть у меня предложение. Если у вас действительно свободный курс, как записывайтесь, предложите по результатам, пройдите, пусть они сами проходят эти задачки, вы их даже можете не проверять, а потом пусть они предъявят вам pull request в какой-нибудь осмысленной репозитории на питоне. И все. Вы предлагаете, чтобы человек пошел в Google, прочел там, как делать pull request, и предъявил этот pull request. Ну, в осмысленной репозитории. Ну, то есть вы предлагаете заменить преподавание программирования на питоне технологий взаимодействия с комьюнити. Я не вижу разницы. Я не вижу общего. В этих двух родах деятельности я не вижу общего. Вы предлагаете предъявить успешно пропихнутый pull request в комьюнити. Это комьюнити менеджмент. Это не имеет никакого отношения к содержимому кода. Хорошо, но вы же этот pull request можете посмотреть? Тогда вы предлагаете просто посмотреть на каждое решение. На какое решение? Каждое. Каждое, но это будет короткое решение. Все так. Ну, где здесь программирование на питоне? Программирование на питоне, я говорю, что предложил попытаться отказаться от проверки, когда вы обучаетесь, потому что цель студентов – научиться, получить знания, вот мотивацию сменить. То есть, ребята, вы можете менять, да, мой зачет вам вообще не нужен. Если вы хотите, в Google… Правильно, если вы умеете успешно втирать, то и будет вам зачет. Вы это хотите сказать. По-моему, так. Ну, хорошо. Нет, смотрите, вот у меня по курсу, сейчас скажу, 2015 года, который продолжение вот этого, значит, там был 2014-2015 год, была такая форма зачета, значит, ну, как бы
сделайте свои улучшения в какой-нибудь свободный проект, покажите, значит, объем вашего кода в свободном проекте, никто его не прошел. И это был второй семестр, и это были люди уже реально, ну, в смысле, второй после первого, реально мотивированные. Да, потому что для этого нужно быть довольно опытным программистом уже. Опытным программистом. Я не говорю про комьюнити-менеджмент. Вот. Это немножко другое. Мы обучаем программирование на первом семестре, как мне кажется. Ну и, по крайней мере, языку. Ладно, извините, пожалуйста. Да, там, да. Я бы не согласился вот с тем, что прозвучало, что главное, чтобы студент разобрался, как было сделано, и вообще понял, как это все вот должно работать. Потому что сделать самому и разобраться, как это сделал кто-то другой, это все-таки разные вещи. И обязательно в курсах обучения нужно делать так, чтобы студент вот что-то делал сам, так сказать, с нуля. А это вы с кем спорите, прошу прощения? Что? Это вы с кем спорите, прошу прощения, да. Во время дискуссии было сказано, что не важно, чтобы студент сам сделал задание, он мог получить его от кого-то еще, но разобрался, как вообще, как реально это было сделано. Да, есть одно из решений, как вообще с ним бороться. Действительно, просто открыто разрешать им списывать, но при решении домашнего задания. При этом студентам честно объявляется в начале семестра, что, ребята, вы работаете на себя, а не на то, чтобы сдавать ваши задачи. На экзамене, вот единственное место, время, когда действительно потребуются ресурсы, когда нужно будет с каждым детально общаться, это может потребовать там целый день, несколько человек, все ваши недочеты в знаниях, они всплывут. То есть, допустим, экзамен проводить в форме там, сначала письменный, с очень жестким контролем, и те студенты, которые не набили руку, выполняя домашние задания, просто тупо не успеют сделать. Вот единственный способ решения этой проблемы. Не набили руку в чем? Копипасти с мобильного телефона? А нет, вот как раз на экзамене либо на зачете там жестко контролировать, отбирать телефоны. Видимо, мне придется. В течение семестра, пожалуйста. Отбирать телефоны. Окей, бороться, отбирать телефоны, микронаушники вынимать из ушей. Вот это все. Но мы боремся с эмоциональной связностью в данном случае с вами. Так делать нельзя. Можно, но не нужно. Потому что мы проиграем в этой борьбе. Просто не успеют перенабрать код. Ой, слушайте, перенабирают. Значит, что сделать с теми, которые привыкли все обдумывать сами и часами решают задачи? Они их решают сами, просто долго. Самому решать задачу дольше, чем перенабирать с телефона. Проверено. Значит, если студент не успевает за отведенный срок решать задачу вовремя, думает долго, ну, проблема студента. Еще раз, мы боремся с информационной связанностью и с пониженной информационной адаптивностью вместо того, чтобы учить программировать. Плохая идея. Правда. Ну, ты не отбрасывай все идеи. Скажем так, плохая идея, правильно, спасибо, Стас. Идея хорошая, но как компонент, да? Плохая идея, как серебряная пуля. Серебряной пули нет. Нет, серебряная пуля. Вот. Соответственно, все-таки у меня есть желание. Ладно. Очень коротенький комментарий себе позволю. Я, во-первых, громкий, во-вторых, я первый успел к комментарию. Мы пробовали засчитывать за дополнительный балл. Была у нас такая идея у ректора Львовского университета, подсмотрели у проректора. Значит, засчитывать осмысленные по теме предмета статьи в Википедию на повышение балла экзаменационного. Ага. Но потом отказались. Мы почитали эти статьи, поняли, что Википедию надо спасать. Поэтому русскую, вашу. Только что хвалил. И да, потом мы посмотрели, что заапрувили опытные редакторы, поняли, что да, репутацию опытных редакторов тоже надо спасать, поэтому идея пул-реквестов с одной стороны выглядит очень заманчиво, с другой стороны, а черт его знает. Как бы нам open source ненароком не угробить, но это было скорее в порядке шутки. Сори. Александр Буховой делал доклад насчет того, что мы не можем угробить open source таким способом, потому что он не доходит. Просто это немножко неэтично. Ты перекладываешь на open source свою работу преподавателя. Да, как да, бы да, мне да. не работать? Пускай за меня open source все сделает, пускай комьюнити помучается, пускай интернет отупеет от того, что я загоню туда студентов своих. Гош, у меня есть свой небольшой опыт. Я с ним делился несколько раньше, и у меня будет доклад завтра по поводу него. Кратко. Со своими студентами я освоил сценарий публикации их результатов онлайн в процессе того, как они их сдают через Git. Это в технологиях программирования, они уже немножко обучались языкам программирования. И вот тот момент о том, что они друг с другом, этим копипастом, делятся просто в процессе работы, мне помогал решать еще одну задачу, связанную не только с способностью писать код, но еще читать его. Потому что часто... и способности группового взаимодействия, естественно. Конечно. И можно другие задачи ставить, если у тебя есть инструмент, которым они позволяют друг другом делиться результатами своего труда промежуточного. И мне кажется, вот этот open-source сценарий, он является возможным решением. Но только есть задача первоначального обучения основам программирования, и есть задача
ну, такого вот уже последующего обучения. Вот технологии. Они разные. Технологии. Да. У меня был курс технологии программирования. Вот там это разумно применить. А вот ты говоришь о первом моменте, там сложнее. И самое главное, в блокчейне GitHub будет записано вот это социальное взаимодействие, что Анна П. списала конечно. У Ивана В. ночью. Мы это потом обсуждали. Ночи. Это такая интересная и тема потом, да. Да. Вместо того, чтобы это самое. Кто-то хотел еще? Нет? А можно я в ответ скажу про просто одно слово? По всей видимости, вот из той дискуссии, которая сейчас возникла, такая специальная клавиатура, значит, по всей видимости, мы действительно не можем рассчитывать на серебряную пулю и внезапно все это поменять так, чтобы нам всем стало хорошо, и учащимся, и преподавателям. Но мы можем рассчитывать на нешквальное увеличение сложности организации учебного процесса, чтобы, можно попробовать как-то это решить, чтобы копипаста стала либо невыгодной, либо невалидной. Да? То есть вот идея индивидуальной проверки каждого задания и потом все это сравнение в голове — это плохая идея, а вот идея какого-то, ну, в общем, надо дальше думать. Нет, если не хочешь своей головой работать, пускай перевью делают, выстрой график, там они да, там ну проверяют вот, друг у друга и все ну, такое. Ну, лишь бы не работать, да? Естественно. Все равно же не платят. Да. Да. Мне кажется, что иметь инструмент проверки копипасты – это дело хорошее, но другой вопрос – метрика, насколько графа подходит, это другой вопрос. А вопрос другой. А дальше, вот что с ней делать дальше – это другой вопрос. Ну вот да. Знать о копипасте и с ней бороться – это разные вещи. Ну и копипасты ли это вообще? Знать не вредно, да. Знать не вредно. Это не значит запрещать. А. Так, коллеги, мы немножко выбились из графика. Я буквально одну минуту. Наша беда состоит в том, что мы не определяем цели. У разных курсов разные цели. Более того, вполне может быть, и это действительно делалось, допустим, я тоже так делал, что от одного и того же курса могут быть разные цели, грубо говоря, для отличников, хорошистов и троечников. Нужно ставить, четко ставить цели, чего вы хотите добиться в этом курсе. Спасибо. Ага, спасибо. Спасибо.